немножко запачканная пришла, но тем не менее. Наконец сбываются все мечты. Xiaomi нам представила очень классную штуку. То, что она запечатана, это очень хорошо. Значит, типа ей никто не пользовался. Ну и тут внутри обычной коробки у нас встречает софт-тач пакетик. Ну, весит больше 100 грамм, конечно. Чинк. Ух ты, и тут еще сверху наклеечка. Ну да ладно, пока мы ее трогать не будем. Внутри тоже софт-тач. Так, типа анодированный алюминий, как на этих самых, на ножах, мультитулах Xiaomi. Так, веселая вещь. А, тут еще фиксируется все. Неплохо. Есть пилка. С одной стороны только, но ничего. А, ложка ушная. Сделано, конечно, интересно. О, подмагниченная, что ли, да. Так, ну и как бы вот эти вот вещи. Ну, не сильно, конечно, в восторге я от этого всего. Время покажет, насколько это хватит. Но для того, чтобы путешествовать, я думаю, этого вполне за глаза. Острая, да, острая. Прикольная, да, прикольная. Хоп, подмагнитила. Здесь обычные щипцы. Попробуем достать их ложкой. Да, закругленные. Вот такой себе наборчик. Они такие, как будто бы как по зубцам такие жик-жик-жик ходят, бродят. Наверное, за счет вот этого вот напыления. Все. Идет теперь жить в EDC набор в рюкзак. Пока. Не знаю, как по качеству. Время покажет, но не премиум, конечно же, так сказать. Могли бы и положить пилку алмазную, которой можно и нож поправить, если что. Вот. Тут магнитик с резиночкой. Ну да. Все, это все, до свидания. На вот этот с миджиком карман рюкзака.